Animal Rescue. У 10-летнего американского питбуля Стига был диагностирован рак тучных клеток третьей степени, и по прогнозам ветеринаров, жить ему оставалось всего 9 месяцев. Пару лет назад Стигу удалили опухоль тучных клеток низкой степени злокачественности из брюшной полости. Затем у пса нашли разрастающуюся липому, жировик, которую также пришлось удалить. Ему пришлось пробыть в клинике несколько дней, после чего его выписали домой, вспоминает хозяин. Но потом, когда мы привезли его на перевязку, врачи заметили, что у него открылся разрез, и обнаружили инфекцию. В тот же день семья получила ужасную новость о том, что у Стига рак тучных клеток третьей степени с высоким метастатическим индексом, и жить ему осталось около 9 месяцев. Псу назначили курс химиотерапии. Хозяева, Крис и его жена Мариеса, ожидали худшего. Поначалу результаты анализов песика не менялись, и убитые горем хозяева были готовы ко всему. Однако меньше чем через год состояние пса улучшилось. После очередного осмотра и сдачи анализов у Стига не обнаружили никаких признаков заболевания, но продолжили химиотерапию, пока наконец рак полностью не покинул его. Хозяин Стига заснял момент, когда он рассказывает псу историю его выздоровления. В конце он сообщает собаке: «Ты победил рак, малыш». А Стиг не мог скрыть эмоций, как будто понимая слова хозяина. На радостях пес залез на стол, виляя хвостом и улыбаясь, а затем ему позволили съесть праздничный обед. «Это было очень страшное время для нас», — говорит хозяйка пса Мариеса. «Стиг — моя радость. Он спит у меня на руках каждую ночь, посреди ночи он просыпается и целует меня, а потом снова засыпает. Он самая милая, самая нежная собачья душа. К счастью для семьи и самого песика, все страшное позади». Сами хозяева Стига владеют центром спасения The Mr. Mo Project, и к настоящему моменту они спасли уже более 100 бродячих собак, а сейчас заботятся о 17, включая Стига. Если вы тоже неравнодушны к животным, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До новых встреч!